это, номер? Третья школа города Чехова? Отлично. У нас в гостях сегодня школьники. Хорошие ребята, добрые. Еще приедете? А у вас есть животные дома? Да. Кто? Собака. А у вас? Тоже собачка. А у вас? Кот? Ну здорово, значит у меня сегодня юные зоозащитники. Да? Приезжайте, ребята. Приезжайте, вы им нужны для общения, для дружбы. Да, приезжайте. Друзья, у нас в гостях школа номер 3, город Чехов. Ребята, спасибо, что приехали. Еще приедете? Не страшно? Не напугало вас? Спасибо вам, ребят. Огромное-огромное вам всем спасибо. И вашим родителям тоже. Спасибо, ребята. Мужики отлично провели выходные. Они не валялись на диване, смотря телевизор. Они не пили пивко на заваленке. Они организовали сбор помощи для приюта по всему своему поселку. Ведь у каждого из нас на участках есть что-то полезное для приюта и ненужное для вас. Берите с них пример. Вот мы встретились с Пашей. Паша – это человек, который помогает нам разместить вот эти коробочки. Будем выставлять.
выставлять на сборы. Да, будем выставлять для приюта, для нашего. Спасибо, Паша. Так, друзья, у нас в гостях Ирина с мужем. Очень рада вам, ребята. Слушаю вас. У вас вообще просто, во-первых, очень красиво, но в том плане красиво как? Порядок хороший. Чувствуется, у вас настолько добрая душа, здесь все так культурно, все хорошо. Вот мы постараемся вам что, кое-чего привезти. Но с настолько, какой... Вы привезли нам 6 листов железа, что вы, Ирочка? Это минимум 2 вольера. Так, отлично. Вот, да, ну пусть 2-3 будки мы накроем, ребят. Дай бог вам здоровья, это отлично. Нет. Вы к нам еще приедете? Если, да, обязательно приедем. Если вам еще нужно что-то, еще даже окна. Окна, двери, сетка, железо любое. Любые трубы, даже огрызки привозите. Обязательно. Вот, да. Если сможете. По поводу еды, я не знаю. Мы в тот раз вам привезли вот эти мешок еды сухого корма. Это вот моя дочь привозила вам. Я не знаю, как нужно это. Очень нужно, потому что корма у нас не хватает. Корм мы покупаем оптом 10 тонн сразу. И покупаем гораздо дешевле, чем когда вы в магазине покупаете мешок. Если вы хотите нам помочь кормом, то лучше переводите. У нас есть QR-код. И деньги сразу падают на фонд. То есть, спокойно, и там и отчет, и вы все видите. И мы спокойно тогда уже не переживаем, что мы можем купить корм. Хорошо, поэтому хорошо, деньги на корм, ребята, да, только по QR-коду на фонд. Очень нужны хорошо? Одеяло и подушки. Обязательно, просто первая необходимость. Потому что все помещение обработали, все выбросили, завелись там тараканы, клопы. Вот, друзья, 4 коробки перчаток. В каждой коробке по 10 упаковок. Итого 2000 пар перчаток. Чек скину позже. Бинты. Вот они. Большие. 90 штук. И маленьких. Что ж, будет разносить сено, сено есть. Ой, коротколапая моя, ты еще здесь? Волчонок? Похож на волчонка. Вы что, крышу сбросили? Сами сбросили? Нет. Это для сена вам открыли крышу. Что мои красивые? Ребята, невозможно ходить, конечно. Болото, везде болото. Что мои красивые? Мамины старички, мамины. Мамин старичок красивый. Старичушка мой. Да. Дети, тихо, маленькие мамины. Слава Богу. Болото, ребята, ходить невозможно. Представляете, что здесь будет зимой, когда заморозки начнутся? Администрация города обещали помочь с гравием. Но пока они думают, мы взяли 2 машины в долг. Крупный и мелкий. Мелкий для вольеров, чтобы у собак не было сырости. И крупный для того, чтобы можно было ходить хотя бы по приюту. Вот это весь корм, который находится в приюте сегодня. Ну, учитывая, что сейчас уже холодно и корма надо больше, чтобы собаки не мерзли, то это, наверное, дня на 2.